Здравствуйте, с вами магазин Автозвукс.UA. Сегодня мы рассмотрим двухканальный усилитель мощности от компании Cadence, модель Q1202. Поставляется в фирменной упаковке усилитель. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри у нас находится инструкция, гарантийный талон, фиксирующие саморезы, также разъем для подключения, вернее, провод для подключения высокоуровневого хода, сам усилитель. Полностью практически в металлическом корпусе, кроме боковых накладок, они из пластика, довольно-таки увесистый. С одной стороны у нас подключается два канала. Также питание подключается 12 вольт и предохранитель на 25 ампер. С другой стороны, высокоуровневый вход подключается, линейные провода и также настройка звука. По характеристикам, данный усилитель двухканальный. При подключении на два канала 4 Ом сопротивление у нас мощность идет 60 Вт на канал, при 2 Ом сопротивление 90 Вт на канал. При подключении в мостовом режиме у нас получается один канал с номинальной мощностью 130 Вт, с максимальной мощностью 300 Вт. В мостовом подключении поддерживается акустика тока 4 Ом сопротивления. При покупке на данный усилитель обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте autozvuk.ua. Thank you.